Алексей Козлов представляет. Сейчас я постараюсь очень коротко рассказать о человеке, которого зовут Джимми Пейдж. Он британский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер, а также гитарист-виртуоз. Он стоял у истоков знаменитой группы Led Zeppelin. До этого он был известен как обычный сессионный гитарист и участник группы The Yardbirds, где проработал с 1966 по 1968 годы. Итак, начиная с 1968 года, он возглавляет знаменитую группу, которая стала называться Led Zeppelin. И Джимми Пейдж проработал в этой группе вплоть до 1980 года. И его уход, скорее всего, был связан со смертью основного барабанщика этой группы Джона Бонема, после чего Джимми Пейдж занялся сольной карьерой. И вот в данном сюжете у меня нет возможности перечислить всех, с кем он играл. У него была настолько разнообразная биография, что ей можно посвятить несколько различных сюжетов. Но сегодня в данном сюжете я, к сожалению, буду вынужден ограничиться всего одним примером, откуда становится ясным, каким виртуозом был Джимми Пейдж, когда играл на своей гитаре. Многие из известных его записей, особенно связанные с группой Led Zeppelin, заблокированы в интернете, и у меня нет права их показывать. Такова тенденция последних времен. Мне с большим трудом удается найти редкие кадры, не запрещенные к общественному показу. Так что давайте посмотрим вот этот пример, каким виртуозом был Джимми Пейдж, когда играл на гитаре. Thank you.